В мутных притоках Амазонки один из опаснейших хищников Южной Америки применяет такую тактику, которая может считаться самой удивительной из существующих. Этот полутораметровый хищник вырабатывает то, что не может сотворить почти ни одно другое животное – смертельный электрический удар. Известное как электрический угорь, это уникальное существо ближе к сомовым, чем к угреобразным. Для начала хищник формирует небольшое электрическое поле, обнаруживающее искажения, используемые его системой навигации для поиска других животных. Эти рыбы совершенно не представляют, что биение их сердец и движение мышц притягивает убийцу ближе. Электрический угорь зондирует прячущиеся точки. Он не собирается отдыхать, пока не поест. Ощущая добычу, угорь высвечивает ее, чтобы сделать доступной для наведения, и направляет смертельный удар. 500 вольт. Достаточно, чтобы оглушить взрослого человека. Угорь успокаивается, пока голод не выгонит его на охоту снова. Занавес. Угорь исчезает во мраке.